В столице региона продолжают обновлять самый протяженный в текущем дорожно-строительном сезоне объект нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – улицу Нововокзальную. Минувшей ночью подрядчик уложил асфальт на 700 метрах дороги в границах улиц Старозагора и Фадеева. Всего же ремонтируют более 5 километров автодороги. Это порядка 80 тысяч квадратных метров. В результате работ в нормативное состояние приведут автодорогу в границах улиц Новосадовой и Красных Коммунаров. На данном участке мы уже выполнили порядка 80% всего объема. На следующей неделе планируется завершение всех работ, связанных с устройством верхнего слоя. В настоящий момент подрядная организация уложила уже более 70 тысяч квадратных метров асфальтобетона. На обновляемой улице уже заменили бортовые камни, люки смотровых и дождеприемных колодцев, оборудовали пандусы для маломобильных граждан. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполняются в ночное время для того, чтобы минимализировать нагрузку на транспорт, ну, то есть чтобы транспортные средства и граждане города в будни, то есть в час пик, как с утра, так и вечером и днем ездили. Спокойно, без пробок. Ремонт улицы – результат активной гражданской позиции жителей района. Они с нетерпением ждут обновления автодороги. Мы все знаем прекрасно, что хорошие дороги, хорошие тротуары – это в первую очередь наша безопасность. Это мечта любого пешехода, любого автомобилиста. Ремонт Нововокзальной находится под чутким контролем. После того, как работы завершат, их ждет приемка. Насколько качественно будет уложена смесь, определит лаборатория заказчика. Они возьмут керны из покрытия на физико-механику асфальтобетона. И потом будет проведен контроль ровности. На обновленных участках улицы Нововокзальной уже нанесена горизонтальная разметка и установлены новые дорожные знаки. Поэтому ремонт всей улицы скоро завершится. Полина Чулюкова, Валерий Майоров. События.